Так, замечательно. Погромче, погромче, погромче. Если быстрее, они все появятся. Возвращайся назад. Все, нету табличек. Нет, ничего не будем менять. Стоп. Так, кого? Куда? Нет, давайте. Дорогие друзья, это шоу «Бегом за деньгами» на телеканале «Хабар». Меня зовут Серик Акишев. Мы собираемся здесь, чтобы побегать, подумать головой и получить море удовольствия. Правила первых четырех раундов телевикторины «Бегом за деньгами». На правом табло обозначены 6 слов или понятий, имеющих отношение к выбранной категории. На левом табло поочередно открываются 4 таблички, каждая из которых соответствует только одному слову справа. За определенное таймером время участники должны корректно сопоставить таблички на правом табло. За правильный ответ игроки получают 10 баллов. По итогам 4 раундов в финальный забег проходит команда, набравшая большее количество баллов. Их ожидает увлекательный финал, где они могут выиграть денежный приз в размере 120 тысяч рублей. Я с огромным удовольствием представляю вам наших сегодняшних игроков. По правую руку от меня Альмира Турсен, коуч-профориентатор и финансист и национальный директор нового специального конкурса красоты Жанна Меримбаева. Вы учите, Альмира, людей тому, чтобы они нашли себя? Нет, не учу, помогаю людям найти наиболее подходящую профессию, исходя из их талантов и способностей. Замечательно. То есть это какие-то тесты, это какие-то, то есть это прям работа, да? Да, это работа, тесты, психологические методы, техники. Очень важно, дорогие друзья, знать то, что тебе нравится, чтобы лучше реализовать себя в жизни. Альмира, спасибо вам большое за вашу работу. Жанна, из финансистов в руководители конкурса красоты, или вы и финансами этого конкурса тоже занимаетесь? Как без финансов? Финансы практически везде нужны. Согласен. Мы обязательно после первого раунда поговорим об этом чуть подробнее. Я сейчас представляю ваших соперников. Борис Пожидаев, профессиональный фотограф, и Виктория Ти, бухгалтер. Коллеги! Битва финансистов. Итак, Борис, а когда вы решили, что фотография это ваша? Да, на самом деле мне это нравилось еще очень давно. Началось все с легкого увлечения, ну и, соответственно, как снежный шар. Не могу не спросить, как у фотографа. Вы не жалеете о том, что пленка все-таки, ну, сейчас, скажем так, сильно не популярна? Мне кажется, об этом можно долго рассуждать, но прогресс, он неизбежен. В общем, пленка, она ушла, скоро зеркальные камеры покинут рынок. Но это неизбежно. Хорошо, замечательно. Виктория, я знаю, какая непростая на самом деле работа у бухгалтеров, но нравится ли она вам? Очень нравится, я люблю работать с цифрами. Вот как, аплодисменты, замечательно. Уважаемые игроки, как будут проходить первые 4 раунда нашей игры? В принципе, они похожи. Есть 35 секунд на каждый раунд. Есть вопросы, к ним ответы. Их нужно ставить друг дружке на нашем табло. Сделать это раньше, побыстрее и по итогам 4 раундов заработать больше баллов. Тогда вы проходите в наш финальный забег, который может принести вам, собственно, денежный приз. Ну, я думаю, что мы начнем уже во время игры, разберемся, все просто и понятно. Дорогие друзья, мы переходим к первому раунду шоу «Бегом за деньгами». Поехали! Это первый раунд шоу «Бегом за деньгами» на телеканале «Хабар». Борис Пожидаев, Виктория Ти против Альмиры Турсыны, Жанны Меримбаевой. Вопрос, кто первым будет выбирать, орла или решку? Скорости ее доверяете, пусть тогда будет орел, да, у них, а у вас решка. Хорошо. Да, хорошо. Мы сейчас посредством нашей счастливой монеты разыграем право выбора категории. Это на самом деле важная история. Орел выпал, хорошо, и это орел. Орел у них. Да. Хорошо, орел у вас. Итак, Альмира, Жанна, вам достанется категория вторая, а вот... Вам, Борис и Виктория, нужно выбрать между литературой и кулинарией. Кулинария. Так. Нет, вы сначала озвучите каждый, кому что нравится. Кулинария больше. А вам?
литература. Хорошо, теперь надо уже договариваться, что будете выбирать. Я могу уступить даме и могу вместе с ней выбрать кулинарию. Хорошо, замечательно. Кулинария вам, тогда девушке достается литература. Итак, Виктория, Борис, прежде чем начнем, любимое блюдо? Бешбармак. Бешбармак. Дорогие друзья, это какой-то бесспорный лидер просто в нашем шоу. Кого не спроси, все любят бешбармак. Хорошо, второе блюдо после бешбармака. Плов. Плов. Отлично, плов. Когда кто-нибудь уже назовет какой-нибудь, я не знаю, алио, олио хотя бы как меню. Борис, а вам что нравится поесть? Хинкали. Хинкали. Да. Вот хотя бы какое-то разнообразие. Проходите к стартовой кнопке, и мы начнем. Аплодисменты. Это первый раунд, и он начинается. Борис и Виктория выбрали кулинарию. Точнее, Виктория выбрала, а Борис поддержал. Итак, давайте посмотрим на правую сторону нашего табло. Что там вкусненького? А нет, там страны. Япония, Шотландия, Испания, Италия, Турция и Казахстан. Я думаю, вы догадываетесь, что будет здесь скрыто за этими нашими ячейками волшебными. Там будут скрыты блюда этих стран. Их нужно ставить в соответствии. Кто первый нажимает кнопку, а кто первый бежит? Борис нажимает, я бегу. Борис нажимает, а вы бежите, да? Хорошо, да. Договорились. Итак, да. Помните, пожалуйста, о времени. Бегайте быстро. Хорошо. Итак, 3, 2, 1, под аплодисменты нашей студии. Таймер пошел. И первое это паэлья. Доставай ее, доставай, доставай паэлью. Так, хорошо. И ставь ее туда, где нужно. И бегом обратно. Да что ж такое? Почему она так медленно двигается? Борис, вперед. Хорошо, отлично, прекрасно. Пицца. Так, замечательно. Погромче, погромче, погромче. Так, донер кебаб. Это куда? Вот сюда, хорошо. И отлично, успел поймать табличку Бориса. Это вот сюда. Назад, 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 назад. Стоп! В 34 секунды уложилась эта команда, поэтому они получают 10 дополнительных баллов за время. Аплодисменты. Если быстрее они все появятся. Хотя, честно признаться, бегали вы, конечно, прямо скажем, на расслабоне. Девушки, не делайте так, как они. Понятно? Потому что время – критичный фактор. Задание было достаточно легким, но если было бы капельку посложнее, то вот то самое время, чтобы переставить, возможно, табличку, вот его у них уже просто не осталось. Но давайте посмотрим, а правильно ли они все расставили. Итак, смотрим. Паэлья, конечно же, испанское блюдо. Пицца итальянская, донер кебаб турецкий. Это бешбармак казахстанский. Отличная заявка на победу. Целых 50 баллов. Максимум из возможного. Возвращайтесь к нам сюда. Вопрос к вам, как человеку, который выбрал эту категорию. Паэлья, расскажите нам, что это? Честно, я не знаю, что такое паэлья. Серьезно? Да. А я знаю, паэлья это на самом деле она немножечко похожа на плов. Да? Ну как бы очень условно. Да, такой плов с морепродуктами, рис, конечно, готовится по-другому, но такое прям национальное испанское блюдо, да, ну то есть как на бешбармак, обязательно попробуйте. Мы переходим к игре с Жанной и Альмирой, и девушки, проходите к стартовой площадке. Альмира Турсын, Жанна Миримбаева сейчас будут участвовать в первом забеге первого раунда. Самое главное, вы знаете... Быстро, четко, грамотно. Кто нажмет на кнопку, кто побежит первый? А я нажму, Жанна побежит. Хорошо, отлично. А теперь смотрим на табло. Что же это за такая категория очень интересная вам попалась, связанная с литературой? Это Ершов, Милон, Перо, Линдгрен, Андерсон и Радари. А слева это писатели... Писатели чего? Девушки. Сказок. Писатели сказок. Сказки, совершенно да. Верно. А слева будут сказочные персонажи. Их нужно подставлять к соответствующему автору. 3, 2, 1. Нажимаем на кнопку. Время пошло. Русалочка. А кто придумал русалочку? Ставьте, 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 Жанна. Так, хорошо, сюда. Возвращай. Бегом. Так. Куда-нибудь уже поставь ее и возвращайся обратно, хорошо? Так, Жанна, конек-горбунок, это кому? Это Ершову, думает Жанна. Хорошо, дальше, малыш Карлсон.
Так, сюда. Точно ли что не хотите поправить? Поправить, поправить. Так, кого? Куда? Сюда и... Нет, давайте же. Хорошо, хорошо. Девушки. А, не туда я его засунула. Так. Очень интересно, на самом деле. Я думаю, что все началось с русалочки. Мне кажется, она вам все испортила, и дальше уже прям вы начали просто совершать, честно признаться, ошибку за ошибкой. Но давайте посчитаем. Конек, горбунок, Ершов, это правильно. Аплодисменты нашим девушкам. Ну а дальше все три ответа неправильны, потому что красная шапочка принадлежит Шарлю Перро, русалочка принадлежит Гансу Христиану Андерсену, ну, в смысле, он ее придумал, а книгу о малыше и Карлсе написала Астрид Лингрен, шведская писательница. Девушки, у вас 10 баллов. Самый маленький результат за серию игр на данный момент. Но я думаю, вас это не должно расстраивать. Почему? Потому что суть игры вы сейчас поняли. Вы бегали, кстати, очень хорошо. Это здорово. Теперь осталось в следующем раунде просто все ставить правильно. Возвращайтесь ко мне под аплодисменты нашей студии. Я думаю, что дело в том, что, наверное, когда бегаешь, трудно думать. Наверное, дети выросли, сказки давно не читали. Так, хорошо. Альмира? Я читала сказки, но не помнила, вот кто именно автор. А все-таки, то есть можно было бы, да, кого-то еще поменять, когда были последние секунды? Да. Ну что ж, вы, по всяком случае, попытались, не расстраивайтесь. 50-10 – это не огромный разрыв. Посмотрим, как сложится второй, третий и даже четвертый раунд. Ничего не известно до конца. Я желаю вам удачи. И мы переходим во второй раунд. Шоу «Бегом за деньгами». Поехали! Это шоу «Бегом за деньгами» на телеканале «Хабар». Мы уже во втором раунде. Борис Пожидаем и Виктория Ти на 40 баллов опережают Альмиру Турсыны и Жанну Миримбаеву. И поэтому заработали право выбора категории. У вас есть возможность выбрать... Известные люди или музыка? Выбираю. Так, теперь вы ему уступаете право выбора. Да, хорошо, Борис. Известные люди или музыка? Известные люди. Почему? Захотел так. Давайте будем называть вещи своими именами. Вы думаете, что известные люди это полегче, чем музыка? Да, мне так кажется. Хорошо, они вам просто решили оставить музыку. Возможно, они ошибаются на самом деле. Мы посмотрим, как это будет происходить. Я желаю вам удачи. Прошу к старту, и мы начнем. Напомню, Борис и Виктория сделали выбор в пользу известных людей, а музыку передали своим соперницам, потому что, ну, не знаю, наверное, подумали, что это будет легче. Посмотрим, что у нас с правой стороны табло, и там у нас страны. Англия, Китай, США, Куба, Индия и Франция. А слева будут не просто известные люди, а известные политики. Будем надеяться, что они действительно и по-настоящему масштабные персоны, которых знают все. И это будет легким заданием. Вы готовы? Готовы. Итак, 3, 2, 1. Нажимаем на кнопку. Поехали. И первый Тэтчер. Это, конечно же, сюда. Так, хорошо, дальше. А Кеннеди, это сюда, хорошо. Ганди, это куда, 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 куда? Так, и Миттеран, вот он, отлично. Просто, ну куда, куда, поставь уже куда-нибудь, отлично. Будешь что-то менять? Ну, ну, возвращайся назад, все, нету табличек, ну ты чё? Нету, как бы менять. Стоп, хорошо. Так, это уже второй раунд. Уже 3 раза мы бегали. Ты все равно хочешь 5-ю или 6-ю табличку. Да. Их нет, их 4. Запомни это. Но, тем не менее, вы успели набрать 10 баллов за время, хотя вы прошли сейчас прям по краю. Итак, я добавляю 10 баллов к вашему первому результату, а теперь сверяем то, что у нас на табло. Конечно же, Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании. Ну что, JFK, Джон Кеннеди, президент Соединенных Штатов Америки. Ганди, я думаю, речь идет о Махатме Ганди. Да, совершенно верно. Это, конечно, Индия. И Франсуа Миттеран, Франция. Возвращайтесь ко мне, поболтаем о политике. Так.
Ну, будет здорово, если вы мне назовете известных политических деятелей оставшихся двух табличек Китай и Куба. Итак, просто в любых... Мао Цзэдун. Мао Цзэдун, хорошо. А Куба? Че Гевара. Че Гевара. Ну, в принципе, в какой-то момент он стал политиком. Да, он стал политиком. Не пожил недолго, правда, но... Но да, он участвовал не только в революционной, но и в политической борьбе. Отличный результат, 100 баллов против 10, но я уверен, что Альмира и Жанна сейчас соберутся и догонят наших участников. Но, кстати, если говорить об известных людях, Жанна, кто будет из суперизвестных людей в жюри в этом году? Каждый из членов жюри будет суперизвестным. Так, хорошо, замечательно. Да, мы пока это держим в тайне. Хорошо. А у вас участвуют женщины, которые... 25-45 лет. Так, что еще, какие критерии? Они деловые. Так. Женщины, у которых есть семьи, дети... Любимая работа. Да, обязательно дело какое-то. Обязательно дело. Это основное. Это говорит о том, что вы таким образом даете очень важный сигнал. Женщина не то чтобы должна, она может прекрасно совмещать и работу, и семью. Женщина многогранна, поэтому она может очень многое. Она может совмещать и семью, и быт, и работу, развиваться и быть счастлива. Это очень правильные слова. Спасибо большое за эту инициативу. Пожелаем вам успешного проведения конкурса. А будем следить за ним в социальных сетях. Итак, вам досталась категория музыка. Очень интересно, что там будет. Давайте сыграем. Это шоу «Бегом за деньгами» на телеканале «Хабар». Второй раунд продолжается. И у нас на табло... Категория «Музыка» для Жанны и Альмиры. Что там скрывается? Давайте посмотрим. Опять страны. Соединенные Штаты, Франция, Казахстан, Англия, Испания, Италия. И, я думаю, вы догадываетесь, известные музыканты будут с левой стороны. До этого были политики, и, соответственно, нужно их поставить в соответствующую ячейку. Я надеюсь, что вы узнаете этих прекрасных мужчин и женщин. Итак, вы готовы? 3, 2, 1, нажимаем на кнопку, время пошло. И Пиаф первая появляется на нашем табло. Рымбаева, отлично, так, хорошо. Казахстан, Иглесиас, так, очень интересно, это сюда. И дальше, Кутуньо, это... Так, хорошо, подумай, поставь уже куда-нибудь быстрее, быстрее. Ты хочешь поменять? Так, отлично, прекрасно, замечательно. Бегом назад, бегом, 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 бегом. Успела. На последней секунде Жанна Миримбаева просто залетела уже за линию финиша. Это был просто бросок тигрицы сейчас на самом деле. И бросок к табу, я понял. Я понимаю, Альмира просто не знает, кто такой Тото Кутуньо. Это моя молодость. Итак, считаем баллы. Во-первых, плюс 10 за время, 20 на табло. А теперь Эдит Пиаф, конечно же, великая француженка. Роза Рымбаева, великая казахская певица. Хулио Иглесиас, испанский грант и прекрасный певец. Тото Кутуньо, итальянец. Супер! Плюс 40 баллов. Итого 60 на 100 ситуация становится. Получше возвращайтесь нам сюда, молодцы. Очень хорошо сыграли и вы. Впереди еще целых 2 раунда. Ситуация может поменяться. Оставайтесь вместе с нами, и скоро вы узнаете, кто сегодня доберется до финального забега в шоу «Бегом за деньгами». Третий раунд шоу «Бегом за деньгами», друзья, на телеканале «Хабар». С нами сегодня играют Борис Пожидаев, профессиональный фотограф, и Виктория Ти, бухгалтер. Аплодисменты. Против них Альмира Турсун, коуч профориентатор и финансист Жанна Миримбаева. Девушки пока, к сожалению, проигрывают, поэтому право категории «Заработанное» совершенно честно вами. Танцы или символы? Смотрите, до этого выбирал Борис, потом Альмира. Теперь, может быть, пришла пора как-то сделать это вместе? Посовещайтесь. Символы? Или как? Давай символы. Символ. Почему?
Просто захотелось. Просто хочется. На самом деле, это прекрасная причина. Почему? Потому что... Ребята, проходите, пожалуйста, к стартовой точке. В итоге получилось очень справедливо. Вы взяли то, что хотели, девушки тоже получили то, что хотели. Посмотрим, как вы сыграете. Итак, мы переходим к игре Бориса и Виктории. Борис и Виктория выбрали символы, потому что захотелось. Я надеюсь, это было правильное решение. Смотрим на табло. Итак, там страны — это Канада, Шотландия, Россия, Ливан, Ирландия и Индия. И с левой стороны будут не просто символы, а растения, которые в некотором роде символизируют, да не в некотором, собственно, символы этих стран. Просто или не просто? Посмотрите на страны сначала. Думаю, мы справимся. Хорошо, это прекрасно. Правильный настрой — уже полдела. И я в этом смысле совершенно поддерживаю такую вот здоровую победную риторику. 3, 2, 1, нажимаем на кнопку, поехали. Итак, лотос. Ну, это, наверное, легко. Ставь куда-нибудь так. Очень интересно. Кедр. Дальше, дальше, дальше. Хорошо, ну поставьте. Так, отлично. Дальше. Клен. Это... сюда. Так. Сюда. Ну, бери табличку, конечно, Борис. Сейчас ты меня смотришь. Так, сюда. Сюда. 10 баллов за время я вам не добавляю. Вы... ровно по нулям уложились. Давайте поаплодируем Борису. Он большой молодец. Лотос, Россия. Вика. Где ты видела лотосы в России? Ну, это же... Нигде не видела. Нужно блокаду просто поставить ее хотя бы. Да, вот это вот тогда, ладно. В этом смысле я поддерживаю твое решение. Итак, конечно, клен и Канада. Береза и Россия. Кедр и Ливан, это правильно. Лотос, Индия. Вытащил буквально победу. Он же в самом начале говорил: мы справимся, все будет нормально. Ответил за свои слова. Молодец, отлично. 140 баллов заработали. Ребята, возвращайтесь ко мне сюда. Теперь, Жанна, Альмира, вам нужно делать полтинник. Тогда шансы на то, чтобы догнать их и добиться, допустим, дополнительного вопроса по итогам 4 раундов, есть. Прошу на старт. Вас ожидают танцы. Что это за танцы, мы узнаем через секунду. Это 3-й раунд шоу «Бегом за деньгами». Завершение 3-го раунда. Напомню, что в нашем шоу замечательные люди соревнуются в интеллекте и скорости. Итак, Жанна и Альмира, им осталась категория танцы. Давайте посмотрим, что это может быть. Итак, с правой стороны Венгрия, Италия, Аргентина, Украина, Казахстан и Франция. А слева танцы, которые, собственно, родом из этих стран. Я надеюсь, что это будет легко, радостно, весело. Но помните, у вас серьезная задача. Нужно набрать максимум возможных баллов. Вы готовы? Да. 3, 2, 1. Под аплодисменты. Поехали. Итак, Тарантелла. Тарантелла. Где же Тарантелла? Так, интересно, отлично. Хорошо. Танго. Танго — это... танго. Так, хорошо. Дальше. Дальше. Каражурга. Ага, это легко. Дальше. Гапак. И вот вопрос. Гапак — это Венгрия. Поддерживаешь ее решение? Хорошо, отлично. Молодцы. Итак, 10 баллов за скорость я вам добавляю. 70, отлично. А теперь смотрим на табло. Пожалуйста, пусть гапак будет венгерским. Да, да, да. И нет. Гапак украинский. Точно. Тарантелла Италия, это верно. Танго Аргентина, верно. Каражурга, конечно же, Казахстан. Еще плюс 30. Молодцы. Итого на табло 100 баллов. Возвращайтесь ко мне. И мы сейчас будем подводить промежуточные итоги. Впереди 4-й раунд. Да,
Есть вероятность того, что ребята, не хочу говорить под руку, но позволите все-таки мне сказать, поддержать эту команду. Но они могут набрать мало, допустим, 10. Тогда вам надо набирать... 50. 50. И тогда будет дополнительный вопрос. Так что не сдаемся, играем до конца. А вам надо просто убивать уже теперь до конца, в хорошем смысле. У вас нет права на ошибку, потому что они в хорошем тоже смысле разъяренные тигрицы, которые дышат вам в спину буквально, несмотря на, казалось бы, большую разницу в баллах. Друзья, впереди предстоит жаркий четвертый раунд шоу «Бегом за деньгами». Поехали! Это четвертый раунд шоу «Бегом за деньгами». Мы добрались до момента, когда совсем скоро мы узнаем, кто будет участвовать в финальном забеге. Напомню, с нами сегодня играют фотограф Борис Пожидаев и бухгалтер Виктория Ти против коуча-профориентатора Альмиры Турсын и финансиста и руководителя конкурса красоты Жанны Миримбаевой. У нас очень интересное предложение. Да, они лидеры, да, они выберут категорию, но первыми побежите вы, хорошо? Договорились. Отлично. Итак, Борис, Виктория... Алфавит или автомобили? Автомобили. Ох ты, наконец-то к концу игры они пришли сразу к одномоментному консенсусу. Автомобили. Вы оба любите автомобили? Я люблю только BMW. Только BMW. Хорошо, а вы, Борис? Да, я люблю автомобили. Я желаю удачи нашим лидерам. Посмотрим, как они сыграют после того, как сыграют Альмира и Жанна, у которых очень интересная категория. Это алфавит. Очень. Мне самому прям интересно, что это будет. Я искренне желаю вам удачи. Давайте начнем под аплодисменты нашей студии. Поехали. Это четвертый раунд шоу «Бегом за деньгами». Его открывают Альмира и Жанна. Им нужно побеждать. Итак, алфавит – это на самом деле, скорее всего, непростая категория. Поэтому я искренне желаю вам удачи. Смотрим на табло, что там будет. 33, 22, 26, 31, 27 и 28 букв в том или ином алфавите. А слева эти самые алфавиты, ну, соответствующих стран, так сказать, языков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как это непросто, с одной стороны. С другой стороны, многие из этих моментов, ну, наверное, как бы общеизвестные. Конечно, смущает небольшая разница между, например, 22 и 26, но я очень надеюсь и верю в то, что вы разберетесь. Вы готовы? Да. Можно сказать «нет», да. А какие варианты, да? Готовы, не готовы, надо делать. Молодцы, действительно. 3, 2, 1, нажимаем на кнопку. Поехали! Арабский алфавит. Сколько букв в арабском алфавите? Допустим, 27. Хорошо. В казахском алфавите сколько букв? Так, хорошо. 26, думает Альмира. В русском 33 буквы. И в английском... В английском 28. Ничего не хотите поменять, девчонки, посмотрите, подумайте. Так, ну я не знаю. Одна. Да. Быстрее. Возвращайся сюда, хорошо. Так. 10 баллов за время я вам добавляю. Вы уложились в отведенное время даже с дополнительной спецпробежкой. Так. А теперь считаем. Русский алфавит. 33 буквы. Да! Казахский алфавит. 26 букв. Нет! А сколько, напомните? 31. 31 буква. И арабский тоже неправильно. А сколько в арабском? 27. В арабском 28. И английский тоже неправильно. 10 баллов я вам добавляю, а 120 на табло. Аплодисменты нашей студии. Пойдемте ко мне. Альмира, Жанна, вы молодцы. Вы очень хорошо бегали. Была очень хорошая попытка, но действительно, прям сложный вопрос. Очень непростой. Очень сложный. Да.
И тем не менее вы уложились в отведенное время. Я считаю, это прекрасный результат. Итак, Борис, Виктория, вам нужно набрать побольше баллов. Объясню почему. Потому что в итоге, ближе к концу сезона, мы будем проводить специальные игры, куда попадут те, кто набирает больше всего баллов, либо со второго места. Может быть, мы сделаем отдельный специальный сет для тех, кто играл уже и доходил до финала и набрал впечатляющие цифры по баллам. Поэтому у вас отличный результат. 140. Сделайте еще больше, хорошо? Итак, я прошу вас к стартовой кнопке. Да, у вас не было ни одной ошибки, но в одном месте вы не добрали дополнительных 10 баллов. Но, тем не менее, вы правы. У вас прекрасный результат. Автомобили вас ждут. Разворачивайтесь и сыграем. Это шоу «Бегом за деньгами». У Бориса и Виктории очень важный забег. Они хотят побить рекорды рекордов по количеству набранных баллов за 4 раунда. И давайте посмотрим, что у нас связанное с автомобилями на нашем табло. Это... Dodge, Opel, Toyota, Citroen, Chery и Volvo. А слева будут страны-производители этих марок. Так, о чем вы там шепчетесь? Рассказывайте мне. Это будет нетрудно, мне кажется. А, это будет нетрудно. Хорошо. Окей, поехали. Так, 3, 2, 1, поехали! Аплодисменты в студии! Китай! Сюда, хорошо. Дальше. Франция. Франция, это... Так, сюда. Китай, сюда. Дальше. Очень интересно, США. Так, сюда, хорошо. Дальше. Германия. Так, поймал на ходу. США, сюда, вверх. Германия, куда, 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 куда. Вот сюда. И... Все. Вау. Все. Ребята, давайте попробуем Борису поджидаем. Во-первых, 10 баллов за время. Это точно. А теперь смотрим. Конечно же, Dodge – это американская марка. Задумался Борис по поводу Opel и Германии. Правильный ли это ответ? Правильный! Citroen, конечно, французский. И китайский Chery. Молодцы! Один из лучших результатов за начало нашего сезона. 190 баллов набрала команда Борис и Виктория. Пойдемте к нам сюда, подобрались в этой студии. Прежде чем мы попрощаемся с вами, я хочу попросить вас дать рекомендации игрокам, которые придут уже в следующие игры в наше шоу. Вот уже теперь вы как опытные бегуньи, опытные участницы нашей специальной викторины. Поделитесь лайфхаками, советами. В принципе, вопросы простые, конечно, но они почему-то заводят ступор. Надо быстро бегать и быстро соображать. Да, хорошо. Да. Ну, я думаю, как вариант, можно в команду брать, допустим, скажем, плановых, да, то есть кто-то, там, не знаю, разбирается в, грубо сказать, гуманитарии, кто-то в технический, тогда, мне кажется, будет интересно. Очень интересный совет. Большое спасибо, дорогие зрители, уважаемые зрители. Если вы хотите оказаться в нашем шоу, есть еще возможность подать заявку, хотя их уже очень много, наши редакторы буквально не справляются, но, возможно, именно для вас найдется местечко. Вот номер WhatsApp, пишите на него, пожалуйста, о себе, кто ваш напарник, где вы работаете, чем занимаетесь, и почему вы хотите сыграть в наше шоу. С вами обязательно свяжутся в обратную сторону, и, может быть, рано или поздно вы окажетесь в нашем шоу. Аплодисменты. Альмира Турсон, коуч, профориентатор, Жанна Миримбаева, национальный директор конкурса красоты «Миссис Глоб Казахстан» и замечательный финансист. Огромное вам спасибо. У нас есть прекрасная традиция. Игроки в завершении пожимают друг другу руки. Молодцы, удачи вам. Борис и Виктория, сейчас, секундочку, мы с вами увидимся в финальном забеге. Вы к нему готовы? Разумеется. Да. Поехали! Правила финала телевикторины «Бегом за деньгами». На игровом поле расположены 8 ячеек, по 4 с каждой стороны. На столе ведущего 8 табличек, которые он поочередно выдает участнику финального забега.
Задача игрока – определить, какие четыре плашки соответствуют выбранному понятию на табло. Для этого у финалиста есть 60 секунд. Друзья, это суперфинальный забег проекта «Бегом за деньгами». А сегодня до него добрались Борис Пожидаев, профессиональный фотограф, и Виктория Ти, бухгалтер. Ребята сыграли очень здорово, очень командно, очень круто. Набрали огромное количество баллов. И теперь это налагает определенную ответственность. Вам надо выигрывать, причем с разгромным счетом, забрать сразу все 120 тысяч. А как, я вам сейчас расскажу. Итак, возвращаемся к началу нашего шоу в плане, в некотором смысле, 50 на 50, орел и решка. Слева красная стена, справа фиолетовая, вам нужно выбрать одну из них. Какую выбираем? Давайте красную. Поддерживаешь? Поддерживаю. Хорошо, итак, красная стена. Внимание, давайте посмотрим, что скрывается на табло. И там скрывается Beatles. Очень интересно. Теперь второй шаг. Кто будет бегать, Борис или Вика? Я могу. Ты будешь бегать, а Виктория будет помогать отсюда. Кстати, давайте, в отличие от первых четырех раундов, можно и нужно подсказывать своему напарнику. Вставай сюда, пожалуйста. Борис, ты сюда. У тебя будет целых 60 секунд. Ты понимаешь, как это много? Да. 8 табличек. Те, что про Beatles, слева. Те, что не про Beatles, справа. Да. Хорошо? Ты готов? Да. Аплодисменты бурные в нашей студии. 3, 2, 1. Нажимаем на кнопку. Время пошло. И первая табличка. Лена. Так, хорошо. Дальше. Сюда. Дальше. Сюда. Дальше. Сюда. Хорошо. Дальше. Бегом, 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 бегом. Так, отлично. Это следующая табличка. Успеешь поставить. Время есть. Хорошо. Так. Так, 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 поддержите, поддержите наших игроков, пожалуйста, погромче! И, Борис, дальше, 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 время, время, время! Так, хорошо, последняя табличка. Ну же, так, и вот теперь очень интересно, осталось 15 секунд, посмотри, посмотри, может быть, что-то с чем-то надо поменять, есть варианты? Ну, Джордан будет? Так, 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 так. Джордан сюда. Наверное, да. Так, хорошо. Фокс туда. Успели. Мне кажется, ребята, есть очень важный момент в нашем шоу. Называется все-таки, я сейчас это понял, у нас не короткий забег. У нас реально фактически триатлон с тайерской дистанции. И в конце как будто силы немножечко вас покинули. Таблички падали. И вы, к сожалению, допустили огромную ошибку. Великая ливерпульская четверка. Это Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Стар. Барабанщик группы, ну как же. Хорошо, можешь, пожалуйста, переставить, Борис? Да, разумеется. Стар с Джорданом. Так. Сейчас. Вот теперь все красиво, как должно быть. Под аплодисменты студии Борис возвращается к нам. К сожалению, Виктория и Борис 100 тысяч не выиграли, но есть возможность выиграть 20 тысяч тенге. Я предлагаю вам дополнительные 20 тысяч бонусные, если вы мне скажете, что объединяет Джексона, Дугласа, Фокса и Джордана. Мне кажется, что это мировые звезды. Джордан – это баскетболист. Джексон, Майкл Джексон – это музыкант. Дуглас, Фокс, честно, я о них не знаю. Мика? Я тоже не знаю их вообще. Хорошо. Значит, ваш ответ? Звезды. Возможно, ну, это вы знаете, звезды, это слишком обобщенное. Такое обобщенное, да. То есть и про них можно сказать звезды, да, вот про этих четырех. Они звезды, реально. Знаменитости. Да, это тоже самое. Давайте так, формулировка. Суперизвестные звезды, вы сказали, мировые звезды, да? Да? Хорошо, итак, мировые звезды, догадка наших участников. Смотрим на табло, и что мы там видим? Да, конечно, они звезды, но они Майклы все в первую очередь. Майкл Джордан, Майкл Фокс, Майкл Дуглас, Майкл Джексон. Вы же сами сказали,
Тут можно было зацепиться за Майкла Джексона. Ты же прям произнес Майкл Джексон. Дорогие друзья, к сожалению, Борис и Виктория ни 100, ни 20 тысяч тенге не выиграли. Ну, хотя бы вы должны быть довольны тем, что я не требую у вас 20 тысяч для меня, а ведь мог бы. Итак, это игра «Бегом за деньгами». Как можно оказаться на месте Бориса и Виктории для того, чтобы сыграть и выиграть деньги? Пишите на WhatsApp по этому номеру, подавайте заявки. Их очень много уже сейчас, но, возможно, именно вы заинтересуете наших редакторов своей историей, рассказом о своем напарнике, о своей интересной профессии, и тогда сможете принять участие в нашем шоу. Давайте попрощаемся со зрителями. Пока! Всем всего доброго! Всем хороших выходных! Мы увидимся уже в понедельник в эфире телеканала «Хабар» в 5 часов вечера. Всем пока!